Ілля, одразу вас уточню. Ми говоримо про той проєкт, який там скасував уряд України на чолі тоді з Гончаруком результати конкурсу. Ви обіцяли судитися не лише в українських судах. Що з цим процесом? Ну, судиться я не обещал, я сказал, что мы рассматриваем такую возможность, и мы в итоге решили с Украиной не судиться, хотя это, ну, конечно, было скорее такое патриотическое соображение с моей стороны. Ну, мы рассудили, что мы пришли в страну не для того, чтобы с ней судиться, хотя большое количество, собственно, украинских бизнесменов очень любят судиться со своей страной, но меня родители воспитывали по-другому, да, и я поэтому решил этого не делать. Мы просто там отошли в сторону для того, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше. Сейчас, конечно, энтузиазма и перспектив довольно мало. Мы не видим со стороны действующего правительства каких-то значимых, заметных, решительных и успешных шагов, связанных с иностранными инвестициями. Там, я приветствую там, единственный там, пример значимой приватизации с готелем «Днепро», который прошел, но тоже это же не иностранные инвестиции в страну, а в общем все остальное пока стоит на месте. Можно это списывать на пандемию, но я думаю, что это отражение в целом неумения нынешней украинской власти что-то делать в этом направлении. Очень хочется, чтобы люди как-то этим занялись, осмыслили, переосмыслили, всегда готовы в этом смысле посоветовать, подставить плечо. Но пока я большого движения не вижу, и мы, как инвестор, на данный момент работаем со сделками в Соединенных Штатах, с такими сделками, которые имеют возможность в будущем прийти в Украину и построить какой-то конкретный завод в Украине и так далее. Но, тем не менее, вот я лично, как наша компания, не вижу возможности проинвестировать непосредственно в украинские предприятия. Не бачите можливості, дуже коротко, 1, 2, 3, через які причини? І ви сказали про поради. Там під час другого туру виборів вас бачили в штабі Зеленського з бейджиком там «Зе-команда». Ви, вочевидь, активно спілкувалися з представниками Володимира Зеленського і з ним особисто. Зараз є контакт або на якому етапі це все закрилося? Определенные контакты есть, хотя их стало гораздо меньше, просто за бессмысленностью этого. Какой смысл дергать людей и о чем-то с ними говорить, если ты понимаешь, что это ни к чему не приведет? Главная причина невозможности инвестировать в Украину – это кадровый состав действующей команды. Не с кем и не о чем договариваться, и непонятно, где будут эти люди через полгода. Отставка правительства Гончарука – это, конечно, была очень серьезная ошибка президента. То было хорошее правительство, с которым можно было говорить, с которым были понятные приоритеты. Но неважно, хорошее оно было или плохое, сам факт отставки породил серьезное чувство неуверенности и непонимания того, как будет выстроена власть дальше. Даже в нашем секторе, в энергетике, министр до сих пор исполняющий обязанности, то есть, соответственно, ни о каких долгосрочных соглашениях здесь речи не идет. В Раде звучат слова о том, что произойдут отставки всех министров экономического блока, и экономики, и финансов, и того же самой энергетики. Сейчас сообщение про то, что там министр здравоохранения собирается возглавлять список в облсовет Одесской области, но про какую стабильности власти мы в этой ситуации можем говорить, а если нет стабильности власти, то нету никаких инвестиций.